Комсомольске на Амуре на стадионе «Строитель» состоялся очередной тур зимнего первенства города по футболу «Морозко-2019». Вернувшийся на первое место после победы 4-1 над КЛФ «Кнапо» «Автотрасс» встречался с молодой, но амбициозной командой «ДСАФ Дюшор-2». Попробовав поле и оценив потенциал соперника, опытные автомобилисты без особого напряжения с разницей в несколько минут забили два мяча. Во втором тайме ребята из «ДСАФ Дюшор» показали, что их нельзя недооценивать. Они сократили разрыв в счете и были готовы повторить успех, но их надежды перечеркнул самый юный футболист «Автотрасса», который был заявлен вместо одного из занятых в трудовых воскресных буднях основных игроков автомобилистов. Люди работают. Мы вот своих детей там маленьких, перспективных, подтянули на игру. Было немножко тяжело, они еще не дотягивают, молодые. Так, в принципе, дети растут, хоть и есть какая-то перспектива, наверное, на будущее у них. Юноши ДСАФ Дюшор все же смогли сотворить чудо, сведя матч в ничью 4-4. Неожиданно упорным получился матч лидера группы А первого дивизиона команды КНАС с крепким середнячком Благодаром. Авиастроители бодро начали игру. Игроки Благодара обороняли свои ворота с героизмом защитников Брестской крепости. Лобовые атаки не приносили успеха, и гагаринцы использовали испытанное оружие, стандартные положения. Евгений Смирнов аккуратно подал угловой. Михаил Шитиков оказался на месте и открыл счет 1-0. Равновесие было восстановлено быстро и красиво. Получив потерянный соперников мяч, нападающий Благодара мощно и точно пробил почти в девятку ворот КНАЗа. 1-1. Не обошлось в первом тайме без крови. Во время очередного штурма ворот нападающий авиастроителей не рассчитал атакующего порыва и не намеренно, но попал ногой в лицо голкиперу соперников. Красная карточка и удаление. Матч был на несколько минут остановлен. Во втором тайме соперники обменялись голами. Сначала удача улыбнулась Благодару. После подачи углового мяч от ноги голкипера КНАЗ влетел в ворота. А потом и авиастроители воспользовались нерасторопностью защитников и за мгновение до конца матча сравняли счет. Досадная ошибка моя в конце матча. Ребята, конечно, молодцы. Сравняли счет. Ну, а победить просто не повезло сегодня немножко. Мяч упорно ворота не шел. Моменты были. Ну, я думаю, что в следующей игре все исправим. В остальных матчах. Тепловик разгромил КНГУ 12-1, ДСАФ Дюшор уступила смене М и Демги Авто соответственно 3-5 и 2-3. Судостроители выиграли у второй команды железнодорожников 2-1. Остальные результаты. Динамо Метеор 2-1, Железнодорожник 1 Газпром 3-1, КНАЗ 2 Экспресс 3-2, ГСС СОК 11-0, Бюрократы Фортуна 4-3, ДДСК Судостроитель 5-3, Восток 27, СКА поселка Старт 3-1.